Всем привет, я Скиф, это Гладиатор Гилд Менеджер, пролог, игра, на которую я обратил внимание достаточно случайно, но она напомнила мне игру про гладиаторов, которую я играл в лохматые годы, когда еще динозавры по земле ходили в браузере. И, в общем-то, здесь нам тоже предстоит тренировать гладиаторов. Ну, гладиаторы у нас могут быть и орками, и магами, некромантами и так далее и тому подобное. Концепция довольно прикольная. Я сейчас не буду продолжать. В общем-то, начнем сначала. Просто посмотрим. Потому что, опять же, пролог, за который мы тут можем что-либо посмотреть вообще и пощупать игру, так сказать. И, в общем-то, игра чем-то напоминает какие-то мобильные игры, да, только без всех этих всратых механик, с которыми играть, ну, вообще невозможно, на мой взгляд. Ну, все вы знаете эти мобильные чудесные механики, тысяча героев, там, рейды уникальные, вот это все. Так, ладно, погнали, что у нас есть? У нас есть кладбище. Сразу кладбище. Кладбище — это слэш-арена, где мы деремся. Я так понимаю, там дальше будет еще много чего наслаиваться на это все. Есть у нас 45 дней на все про все в прологе. Есть ресурсы, да, тут разные. Погнали в гильдию. У нас изначально есть некоторые постройки. Мы можем, соответственно, строить еще постройки. У нас есть рынок гладиаторов, где мы можем нанимать, кто бы мог подумать, гладиаторов. Не очень понятно, по какой схеме они тут нам предлагаются. К примеру, у нас есть вот этот вот паренек 3-го левела, берсерк. Сила 29, ловкость 7, да, я так понял, характеристики у них тоже каким-то образом рандомизируются. К примеру, у нас есть же вот берсерк только 1-го левела. Здоровье 320, выносливость 185, а тут здоровье 710, выносливость 335 и движение 19, да? То есть разные характеристики у них могут быть по-разному. Ну-ка, давай два первоуровневых сравним. 320, 214. Хоба. 320, 185, 13, да? Ну, то есть здоровье и другие характеристики тоже могут немножечко отличаться. Сила 14, ловкость 4. А тут сила 16, ловкость 3, интеллекта по нулям. Туповатые товарищи, но тем не менее. Нам надо кого-то нанять и двигать на арену. Прежде мы давай что-нибудь построим. Что мы тут еще можем построить? Всякие бараки, стрельбища, бла-бла-бла. Ну, ресурсов у нас на все про все не хватает. Жрецов можем нанимать в храме света. Можем построить дом, который повышает максимальное количество людей в гильдии до 3 юнитов. На 3 юнита, вернее, даже, да? Я не знаю, ну давай купим. А, желез, ни черта недостаточно, понимаю. Единственное, что я могу дом купить. Все, подрасширили. Теперь у нас пул тех чувачков, которых мы можем набрать, расширился. Ладно, давай купим первых гладиаторов. За 335 тебя купим. Ты тупо 3-й левел, поэтому, ну почему нет? Есть рейнджер 2-го левела, давай посмотрим. Ну, тут можно почитать их навыки, что они там делают. И, ну, они в любом случае будут это все автоматом прожимать. Мы же просто, ну, менеджментим все это дело, да? Сила 7, 26, ловкость. Ловкость, я так понимаю, для нее профильный стат. Здесь 21 ловкость и сила 4. А ты 2-й левел, да? Что-то ловкости не очень-то много, да? Выносливость 335, здоровье 200. А тут 170, да? Движение 16. Ну, движение тут, наверное, не столь важно. Ну, ладно, купим 2-й левел, раз нам предлагают. И, наверное, для того, чтобы у нас в стенке кто-то стоял, надо купить еще рыцаря, как вариант. 460 здоровья, а тут сколько? 430. Выносливость там еще есть, да? Ну, давай тебя возьмем. Все, погнали теперь на кладбище местное. Боевая часть. У нас потом будут меняться, так понимаю, арены. Тут еще есть и какие-то боссы, не боссы, всякое такое прочее. Выбираем битву, да, мы можем выбрать из 3 вариантов, то есть тут прописано, сколько мы будем выставлять гладиаторов. А у меня, кстати, маловато гладиаторов, по факту. Здесь надо 4, но я 3 только взял. Ну, давай сразу на эпичную. Вот это что за типы? Не особо жесткие, гули какие-то. Здесь зато награда поинтересней. Давай, примем вот этот вызов. Можем приблизить, можем посмотреть. Вот тут гули стоят, нам надо тоже как-то выставить 3 юнитов. Причем у нас тут несколько подряд боев будет. Давай ты сюда. Ну ты туда. Погнали, битва. Ну да, гули ни о чем, конечно. Их просто разорвало на изи. Ладно, следующая битва. 5 битв. 5 битв, тут 3. Тут кто? Жрица, да? Жрица. Ну, жрица тоненькая, ее надо просто сразу покарать. Поэтому я не думаю, что должны быть проблемы.
Так, а ты дострельнешь? Сразу в жрицу, как вариант. Не, не дострельнешь, да? А, не, смотри, подбила. Красава. Окей, следующая битва. Опять смотрим, что мы тут можем. Я думаю, мы эту битву опять же потянем. Тут два рыцаря, но они, конечно, толстенькие, но что поделать. Или вот эту битву по лайтове сходить. Да не, мне кажется, мы вывозим без особых на то проблем. И у нас рейнджер получше. Плюс они еще опыт получают, они будут прокачиваться по мере того, как часто участвуют в битвах. Так, наша мажет. Давай, давай, попала, попала. Хорош. Ну, убей ее. Убей эту дрянь. Отлично. Так, 4 из 5 битв. Давай еще одну битву. Оу, 8 левел. Не, давай против 8 левела мы не пойдем. Что-то как-то сыкотно. Сколько там здоровья? 1800. 42 силы. Он может кого-то рубануть. Я, наверное, сейвово отыграю. Нам некуда спешить. Погнали. Здесь должны справиться. Ты там втанчишь, а у Берса дофига урона. Берс серьезный парень. Все, нормас. Наши награды, мы их в конце получим. Следующая битва. А, тут 3 двухлевельных. Это мы должны потянуть. Давай тогда выставляем сюда. Сюда. Стрелок отсюда будет работать сюда. Погнали. Тут еще можно скорость битвы увеличивать, там, или наоборот замедлять. Слоу-моу. Полетело. Ну, можем, опять же, ускорить процесс. Если вдруг приспичило, да, опыт наши получают гладиаторы. Так, арена пройдена. Наши награды. Открываем. Так, ресурсики, всякое прочее. А здесь еще и вон шмотки выпали. Дом магии, щит мощи и ожерелье маны. Ну, наших, соответственно, гладиаторов можно одевать. Ну, как бы логично, да? Все, окей. Теперь ферма. Это мы прошли, надо туда двигать. Но прежде мы можем что-нибудь в гильдии построить. И я так понимаю, здесь надо побольше иметь гладиаторов, потому что, допустим, у нас 6 подряд битв идет. Если мы, ну, там, на второй битве теряем, к примеру, там, вот рыцаря, то все, он как бы на остальные битвы уже не выходит. То есть тут надо тоже этот момент учитывать. Что у нас там по ресам? Может, жриц нанять или что? Некто-крипто, блин. Некромантов. Либо же жрецов, да? Давай мы, наверное, будем исцелять пытаться. О, тем более сразу подошла жрица. Ночная. Блин, тут третий левел тусил. Может, стоило его пытаться, да? Ловкость, тут интеллекта до жопы просто. И она хилит неплохо. Поэтому ее, наверное, и возьмем, да? Щит давать может. Ну, бить просто так себе тема. Давай возьмем жрицу. Ну и танков надо больше брать. 550 здоровья, тут сколько? 670, да? Сила 14, сила 17. Этот более сильный, этот более танковый. Я, наверное, танка куплю. Такс, а Берса уже не могу купить, уже нет денег. Ладно, у нас вот этот пул воинов. Надеюсь, его будет достаточно для участия в следующем побоище. Погнали. Так, ферма, да? Окей, кто у нас тут есть? Мародеры. Ну, бьют всяким неприятным, здоровье приличненько так. А тут кто? Разбойники, банально. Тут 4 юнита можно выставить. А ты кто у нас? Огненным шаром она шмаляет, пироманка. 1000 здоровья, блин, здоровенько до жопы, конечно. Ладно, давай попробуем с более элитными ребятами склеснуться. Возможно, я сейчас об этом пожалею, но посмотрим. Так, сколько у тебя хп там? 830, нормально. 640, 670, давай потолще, иди сюда. Там сколько опыта? Он набирается опыт. А тут? Тут, кстати, практически левел. Ты хиль, если что. Ты стреляй. Твоя задача еще резко подстрелить вот это дерьмо. Сможешь? Давай вот так вот. Или вот так вот. Чтоб под шар не попало, но туда стреляло, я надеюсь. А ты с тыла. Хиль. Погнали. Так, и... Ой, ёб твою. Убей. Все, отлично. Лучница сработала. Тактика оправдала себя, да? Тут хильчики пошли. Неплохо, что жрицу взяли. Сойдет. Так, следующая битва. Что у нас тут? Ну, вот этих легко должны размотать.
Хотя вот этот непонятный разбойник. Наших два танка. Так, какой у нас там левел почти получил ты? Давай ты тогда до свидания. Ты сюда. Три, да? И под хил тогда сюда. Чтобы этого быстро растоптали. Не двинули туда. У тебя сколько силы? Блин, ты так-то больно бьешь. Давай ты можешь его подстрелишь, 410. Не факт, что убьешь. Не, наверное, я лучше на хиле остановлюсь. Погнали. Наверное, хил будет поинтереснее. Оу, там еще и сеть. Да, я что-то просмотрел, надо в навыки смотреть почаще, однако, да? Сеть неприятно. Хиль. Хиль жрица. Так, сети. Да не, он что-то не особо жесткий. Хотя вот тут этого орка нашего может забороть. Все нормально, на гидаре побацай, да. Нормально, справились. Фу, хорошо. Следующая битва. Мародеры. 4 штуки. А, против двух наших, да? Я думаю, норм. Тут орк лютейший просто, товарищи, ты. Давай мы вас сверху закинем, чтобы вы сразу одного минуснули по жести и пошли вниз. План такой. Да нафиг ты его оттолкнул, придурок. Я немножко не по тактике. Плохо, что урон они рассредоточили по всем. Надо было на одном каком-то фокусироваться в идеале, конечно. Но в целом и так вроде справляются. Давай, все, молодцы. Расшатали. Я им еще, кстати, шмотки забыл выдать, да? Я забыл им выдать шмотки. Что, ну так себе. Блин, тут вдвоем против стрелков и этих. А тут огненная эта шняга. Так, я туда, наверное, не пойду, я пойду к этим. Тут я пятерых могу выставить. Это более лайтовый вариант. И просто четвертый левел, второй левел. Тебя вообще всех выставляем, получается, и нормас. Хиль отсюда. А ты подстрели. Тут не должно у нас возникнуть, по идее, проблем. Ух ты ж, огненный шар, конечно, раскид. Твою мать. Жрицу почти шотнуло. Так, все отлично. Лучница справилась. Люто. 16-й левел. Жестко. Тут 2 восьмых. Ну тут гуля ни о чем. Погнали сюда. Ну, единственное, что вот этот срань может, конечно, дело наделать. Нам надо быстро тебя запинать. Но у нас вот вариант только так выставиться. Ты сюда работай, ты там работай. Погнали. Да, настреливает она к шлюта. Все, минус. Ё-моё. Давай. Лол, она сейчас там всех перережет. Жесть. Он в нее попасть не может, она ловкая, умелая. И она в ближнем бою тоже особо бесполезна. Да убей ее как-нибудь. Ах ты ж тварь, 155 ловкости, да, что-то зря. Я подумал, что не успею до нее добежать. Что-то не успели. Вынос кончился, он там сейчас вообще бесполезным будет. Ну да, тут мы уже получаем сокрушительное поражение, судя по всему, блин. Не вывезет он. Ладно, давай ускорим. Вообще не вывезет. Блин, битва тут просто годами идет. Да. Печально. Ну ладно, зато сейчас шмотки раздадим. А я тут что-то про шмотки, конечно же, совсем забыл. Неприятно. Возвращаемся тогда в гильдию. Так, рынок предметов. Мы тут еще можем прикупать разные предметы. Так, а кому чего мы даем-то? Подожди. Косарик, да? Тебе можно щит выдать. Ты как бы будешь хорош танковым парнем. Интеллект и ловкость на 8 очков, да? Интеллект на 5. Интеллект на 15. Тебе интеллект надо разгонять. Держи книжонку. Тебе, само собой, лук. Ловкость на 13, силу на 2. Хоба. Отлично, а тут у нас интеллект. Но интеллект пока больше некому повысить. Что мы можем попытаться построить? Тут не хватает ресурсов, да? Дерево тоже не хватает. Ну, что поделать.
Давай посмотрим, может тут кто-то продается хороший. Ну я бы некромантов купил, псинка это. Варг. Лол. Действительно, псина. Ладно, придется таким составом, но их мало. Надо бы, наверное, еще кого-нибудь нанять. Еще одну жрицу. Чтобы две, если что, в каких-то боях хилили. Толонкая, конечно, трындец. Давай выдадим еще вот эту штуку. Щит дает, там хилит. Вроде бы неплохая тема. Особенно для мили, да? Ну, погнали опять на ферму. Так, это у нас разбойники, слэш эти твари, да? Вчетвером надо. Ну окей, погнали. Стрелки, говорите, да? У нас есть вот этот танк, ты есть. Ты туда постреляй, а ты хиль. Так, по ситуации, да? Хоба, пошла. Все, зарубила одного. Ну как, застрелила, второго тоже застреливай. Все. Ну, первые бои изи-бризи, да? Так, третья левела. Погнали. Ты танковый. 740. Хотя, блин. Может тебя взять? 950, 43 сила. Да, ты будешь, наверное, посильнее просто банально. В ближнем бою. И тебя мы захилим. Хотя это может пристрелить тебя туда. Тогда лучше застрели... Вернись. И ты лучше пристрели ее. Погнали. Что-то назад-то отбежала. Убить вражескую лучницу. Блин, сейчас орк сдохнет. Не сдох. Все отлично. Фу, живем. Тут тоже вроде бы не сильно. Ага, тут два стрелка. Два стрелка неприятно. Ну ладно. Она строя, да? Давай тогда так. А ты подальше будь. Хиль. Или чё, не? Мне кажется, хилить она не успеет. Ни черта, её просто пристрелят. Поэтому твоя задача пристрелить вражескую лучницу первой. Погнали. Готово. Все, отлично. Да, наша лучница выкашивает вражих только в путь. 13-й левел, 2-й левел. О. Я, наверное, рисковать не буду, просто вот этих попинаю. Типа, что они могут, да? Погнали, просто зарубите. Хоба! Выдал топором урон. Никуда они от нас тут не убегут, не денутся. Без особых на то проблем размотаем. Так, гули, 4-й левел, но они тонкие. Четверых можно выставить. Я думаю, это не должно быть, опять же, проблемой для нас. Тут можно и хилку поставить, и тебя вот сюда куда-нибудь, чтобы стреляло туда. Ты достаточно жирный, танкуй. Да и ты тоже, в принципе. Погнали. Ну-ка, будут они стрелять в нее, да? Они в нее стреляют, она сама себя, кстати, щитом защищает. Это классно. Да, это легкий бой. Ну, да, я так понимаю, рандомизировано это все, да? В прошлый раз нам какие-то более жесткие бои подкидывали. А вот это легко. Легко должно проходиться. Иди ты. Соответственно, ты. И, наверное, давай с хилкой попробуем нынче. Хилка сама себя вроде как-то защищает. Сколько у тебя хп? 440. Ну, не должны убить сходу-то. Да, она сама себя щитом защищает. Отлично. Щит накладывает на них. Хилит. И, в общем-то, они не успевают ни черта. Они пока пытаются ее зафокусить, их уже самих зафокусили. Красиво так открываем. Угу. Ботинки скорости подъехали. И щит еще один, да? Ну, допустим. Не открылась новая локация. Храм. Тут уже 7 битв. А что мы можем построить в гильдии? А, у нас тут место-то ограничено, да? Морозная башня. Криомантов нанимать позволяет. Огненная башня. Ну, понятно, тут разные виды войск. Храм бодрости. Позволяет нанимать бодрящих. Бодрящих? Юниты поддержки, специализирующиеся на увеличении силы бойцов.
Блин, прикольно. О, хилка 6 левел. 55 интеллекта. Это мало. А куда у нее статы ушли? В силу, что ли? Силу в ловкость внезапно. Это плохо. Ну, это тупо собака. Сила 29, ловкость. Ну, это такая комбо-момбо, да? Кусает врага, дамажит. Избегает удар в ближнем или дальнем бою. Угу, как-то мансить умеет, да? Интересно тоже. Некромант тупо поднимает нежить. 13 урона ударяет это в рукопашку. Такой себе. Дружественное для вражеского юнита оживляет. Заставляет бежать в испуге в течение 3 секунд. Это тоже, ну, лютый контроль так-то. Прям лютый контроль. Ну, звучит, по крайней мере, как лютый контроль. Есть рынок предметов, где можно что-то покупать. Какие-то вещи. И, наверное, какие-то вещи может продавать, да? Да. Мы их можем, соответственно, продать. Ну, выглядит концептуально это все достаточно прикольно, да? То есть в прологе, ну, мы можем только на базовые какие-то механики посмотреть, как это будет реализовано в финале, не очень понятно. Но достаточно милая такая игра, в которую можно позалипать, как на мой взгляд. Похоже, конечно, на мобилки, но опять же без мобильных говномеханик. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.